Пускай. Пару слов о себе. Меня зовут Сусана Егошина. Большую часть жизни своей я занималась HR-ством. Была как HR-менеджером, так и руководителем отдела. Сейчас я решила круто поменять свою жизнь, уйти в помогающую профессию. И именно с этой целью пришла на генеративный коучинг. Потому что генеративный коучинг – это коучинг, но другой. Это коучинг, который учит нас работать через состояние. Это коучинг, который учит нас чувствовать себя, понимать себя, управлять своими эмоциями. И это очень круто. Правда. И когда в процессе ты обучаешь людей центрироваться, ты обучаешь людей обращать внимание на свои эмоции, слушать себя, понимать себя, это очень здорово. О процессе обучения у нас было два замечательных модуля по 6 дней. Было межмодульное сопровождение. У нас была практика, что позволило нам, наверное, набраться опыта и не бояться работать с людьми. Какой результат я получила? В первую очередь, это, наверное, трансформация меня самой. И также это накопление компетенций, да, для работы с другими людьми. Результатом я безумно довольна. Буду продолжать ходить на междумодульные встречи и рекомендую многим, тем, кто хочет развиваться в помогающей профессии, тем, кто хочет развиваться как коуч, тем, кто хочет лучше понять себя.